Prodexpo 2022. Мы ярко продолжаем этот день. Здравствуйте, давайте знакомиться. С удовольствием. Елистратов Михаил и... Соколова Татьяна, группа компании «Сладкая сказка». «Сладкая сказка». Давайте поподробнее о компании. Наша компания 30 лет. Мы на рынке занимаемся кондитерскими изделиями импульсного спроса. И сейчас с удовольствием презентуем наши новые интересные новинки. Начнем мы, наверное, с сухих завтраков, с маршмеллоу, специальная степень обсушки в формате сублимации. И этот продукт уже сейчас вы можете приобрести в сетях и в канале Ozon, Wildberries, e-commerce. Начнем мы с нашей новинки, которая уже на рынке год, да? Недавно она праздновала 10 месяцев, ну тоже... Не дать собрать. Да, это Happy Mellow с хрустящим маршмеллоу в формате вот такой синей коробочки. Внутри находятся два пакета с кукурузными шариками и с обсушенным зефиром, который вы смешиваете, добавляете молоко, либо йогурт по желанию, и у вас такой трендовый завтрак готов, вы можете его употреблять. Хочу добавить, что продукт не содержит глютен, что... Очень важно для очень многих. Да, нет, нет. Самое главное, что это тоже такая повесточка, да, зожная, когда сейчас исключается глютен и так далее, и вы как раз соответствуете этим трендам. Без искусственных красителей и ароматизаторов. Вся представленная нами продукция. Мы пока еще не пробовали, но хочу сказать, что очень много производителей делают качественный, вкусный продукт, заявляют о его зожности и экологичности, но при этом причем в какой-то момент забывают о яркой упаковке. Здесь работа проведена просто на все 100%, потому что как только появились эти коробочки на столе, сразу захотелось их скушать. Мы даже не знали, что там, пока не вчитались, но уже ярко и красиво. Давайте немножко поговорим о видах упаковки, потому что я вижу здесь и Бэтмена, и Барби, вижу и Рика, и Морти, сердечко ёкнуло. Ну, смотрите, мы начали с нашего бренда Happy Mellow, далее мы поняли, что этот продукт имеет просто широчайший потенциал, и мы добавили лицензии. У нас появилась упаковка Барби, сейчас на рынке мы запускаем Бэтмена под 3 марта, по-моему, там будет... проходить премьера фильма «Бэтмена». И еще одна трендовая новинка – это лицензия «Рик и Морти», которая сейчас просто взрывает просто всех, наверное, взрослые поколения. Я соглашусь. Да, да. Это тот случай, когда дети хотят красивую упаковку с любимым героем, и папы бородатые и брутальные с удовольствием хватают с полки эту коробочку и тоже с удовольствием бегут домой. Есть еще одна позиция, которая немножко отличается от всех представленных. Это Happy Mellow с мягким маршмеллоу. Есть любители именно мягкого маршмеллоу, мы не могли обойти их вниманием, и именно для них мы подготовили одну позицию, которая будет им по вкусу. Если вы попробуете два этих продукта, то потом скажете, на чьей вы стороне, на стороне криспи или же все-таки классического мягкого маршмеллоу. С легким намеком для того, чтобы сделать свое мнение свое сложить, мне нужно попробовать и одну упаковку, и вторую. Естественно, естественно, вы все правильно поняли. Также хочу сказать, что да, мы видим еще замечательные упаковки. Я так понимаю, это если хотите вкусно, замечательно, но на бегу, можно быстро сделать это в этом стаканчике. Да, давайте продемонстрируем, что находится внутри данного стаканчика. Ты проговаривай, я буду показывать. Открываем легким движением руки, распаковываем стакан и находим там... Во-первых, есть капхолдер, который позволяет не обжечься, да, что тоже немаловажно. Внутри у нас большое яйцо, огромное. 60 грамм из молочного шоколада швейцарско-бельгийской компании Barry Callebaut, которая является лидером на рынке по производству молочного шоколада. И здесь 60 грамм цельного молочного шоколада высочайшего качества. Позвольте. Едем дальше. Далее у нас пакетик с мягким маршмеллоу, зефир. И у нас есть несколько способов приготовления сладкого десерта. Здесь есть инструкция по приготовлению этих десертов. И один из них, самый, наверное, яркий и трендовый, который сейчас взрывает TikTok, Instagram,
Это когда яйцо открывается аккуратненько напополам, внутрь засыпается маршмеллоу, опускается все это в стакан, и когда добавляем горячее молоко, яйцо раскрывается, и у нас зефир, он такой пенкой покрывает сверху весь стаканчик. И у нас готовый горячий шоколад с зефиром маршмеллоу, который нежно тает во рту. Это один из способов, на самом деле их гораздо больше. Их три? Ну, как минимум их три. Давайте вы тоже попробуйте и скажете, какой, собственно, вам больше всего понравился. Просто незаконно так вкусно рассказывать такие вещи с утра. Спасибо вам большое. Во-первых, пожелаю вам удачи на нашей выставке. Пожелаю удачи нам теперь. Мы уже увидели эти коробки, оценили по достоинству подачу, и потом с удовольствием оценим вкус. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо, не прощаемся. Приятного вам аппетита. Спасибо.